Здравствуйте, вы смотрите новостной выпуск «День за днем» в студии Олег Соловьев. Сегодня в программе. Награждение ветеранов атомной отрасли. Корпорация «Росатом» – это не только один из глобальных мировых лидеров, но и надежный, социально ответственный партнер для нашего города. Концерт ко дню флага Российской Федерации. В этот день мы отдаем дань уважения символам государства, прошедшего долгий героический путь. Атомной промышленности России исполнилось 75 лет. Юбилей был отмечен 20 августа и привлек внимание как специалистов отрасли, так и многих неравнодушных россиян. В Десногорске торжества были продолжены и на следующий день награждением ветеранов атомной отрасли. После затяжной пандемии зал Центра культуры и молодежной политики вновь открыл свои двери. 21 августа там прошла церемония награждения ветеранов атомной отрасли. Тех, кто большую часть своей сознательной жизни отдал Смоленской АЭС. Мы видели стройку, мы участвовали в ней. Монтаж, пусконаладка, эксплуатация, первый, второй, третий блок. Это все на наших глазах, это все нашими руками, это все нашим профессионализмом. Начиная с 1982 года, атомщики Смоленской АЭС вносят свой вклад в атомную промышленность России, которая накануне отметила 75-летний юбилей. Градообразующее предприятие «Смоленская АЭС» преображает и город-спутник Десногорск. Корпорация «Росатом» – это не только один из глобальных мировых лидеров, но и надежный, социально ответственный партнер для нашего города. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, глава Десногорска Андрей Шубин, а также почетные гости вручили ветеранам памятные награды. Юбилейные медали госкорпорации «Росатом» 75 лет атомной отрасли России. Награждены более 15 человек, членов общественной организации ветеранов и пенсионеров Смоленской АЭС, деятельность которой в лице руководителя Раисы Злокомановой отмечена благодарственным письмом. Праздничную программу продолжили выступления вокального проекта «Новые голоса», а также заслуженной артистки России Светланы Криницкой. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Акции в честь Дня российского флага прошли на Смоленщине в минувшие выходные. В Десногорске событие отмечено проведением праздничного концерта, который прошел 22 августа в Центре культуры и молодежной политики. В этот день мы отдаем дань уважения символам государства, прошедшего долгий героический путь. В концерте «Я поднимаю свой флаг» выступили представители самодеятельных коллективов Десногорска, театра эстрадной песни «Шанс», студии эстрадной песни «Ренессанс», ансамбля казачьей песни «Вольная станица». События отметили и в областном центре. В Смоленске прошел флешмоб «Флаг моего государства» в Лопатинском саду. Там же состоялся концерт войск Национальной гвардии Российской Федерации. В конце выпуска о погоде. 25 августа в Десногорске переменная облачность, возможно, гроза. Днем плюс 22, ночью плюс 13. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго.